Здрасте. Ну чё, продолжаем дальше давать шанс пираньке? Эликс 2 на ваших экранах. И на моем тоже, кстати. Так что это, поехали, ну. Так, вспомнить надо. Тут по-любому... Вот, я вчера просматривал, да, то, что записывал. Это тупость какая-то, я не знаю, почему картинка подтормаживает. Причем у меня игра все это время не тормозила. А картинка реально подтормаживает. Я так и не понял, почему. Это из-за этой вот травы всей, то, что она постоянно шевелится, ее много. Ну, я сегодня там что-то понастраивал, поделал. А, это радио. Я надеюсь, как бы эта проблема уйдет, потому что, ну, это бред, как бы. Не может же быть, да, такого. Нет, как бы это может быть, но у меня запись идет на другой компьютер. То есть на этот, у меня есть компьютер для игры и запись на другом компьютере. То есть я в два компьютера все делаю. И как так получилось, я даже не знаю. Так, я хочу, я вдруг, меня вчера осенило, когда я просматривал, что ну это же контрольная точка, да? Тут явно должен быть где-то телепорт. О, кстати, мы в той башне не были. Вот я, ну так вот мы его не увидели, да? Он где-то должен быть. Ну тут должен быть телепорт. Это же контрольная база. Это же нас, наш Nexus. Нас, это нас. Нас, Nexus. А у нас, смотрите, на второй этаж можно залезть, да? Можно залезть, залезем сейчас. И там тоже, смотрите, можно на второй этаж. Ну, короче, запомним это. Мы как бы ищем Nexus. Ой, этот телепорт. В этот Nexus. И что еще? А, ну и тестим еще, чтоб не лагало. Я, конечно, возможно, проблема в том, что я плашку с памятью оттуда забрал. Ну, я думаю, 8 гигабайт достаточно памяти, чтобы записывать видосики там в каком-то качестве. Да я ж не 4К пишу видосики, все же. Как бы, блин. Не знаю даже, почему под это подтормаживал. FPS проседал, почему. Причем у меня в игре-то все вообще отлично. Идеально просто. Ну, идеально. Можно ли в этой игре вообще быть идеально что-либо? Во-во-во, во! Я ж говорю, он тут есть. Вот он и он. Ага. Да-да-да. Ну все, сейчас, короче, прошмонаем, прошмандосим. О, а что так странно? Там темно, да? Оп. Светло, бред. С освещением, конечно. А типа глаза настраивались, все, я помню. О, тут можно поспать, это типа будет моей этой... спальней. Так, короче... Пока игра затягивает. Ну, как затягивает? Ну, пока что-то... Вот такое ощущение, что что-то в ней есть. Что-то может затянуть меня. Я еще не до конца уверен, что я буду ее проходить почему-то. Ну, я уже начал, уже третью серию пишу. По всей видимости, буду уже, как бы не остановлюсь на пол... И я вспомнил Disciples, но... Не остановлюсь на полдороги. У меня, кстати, Disciples, а даже серии есть записаны еще... Я не могу себя уговорить в эту игру играть. Я просто... Она так мне надоела. Это такой... Это... Постоянно бегать за этими, как бы, в эти фонтанчики, чтобы хилиться, что-то еще делать. Она настолько этим бесит, что аж вообще... Все ее плюсы перечеркиваются вот этими вот... проблемами не гринда. Это не гринд даже. Это просто тупое затягивание геймплея, я считаю. О, смотрите, какие люстры. Это прям царские покои, да? А есть какая-нибудь кнопка, которая подсвечивает? Да, навряд ли. О, диван. Нихера тут диван, кстати. А кто все это жратву тут оставляет? Мне интересно. Тут людей нету. Жратва есть, людей нету. Или все этот доктор жрет? Ну, он как бы это... Он, наверное, любит готовить, но не очень любит жрать, короче. Самогон. Карабкаться. А, карабкаться я не хочу. Че это? Для инкрустации верстак. Так, теперь мы знаем, где еще один верстак для инкрустации. А, тут много верстаков, смотрите, да? Для патронов, для стрелкового оружия. Ну, тут какой-то пострел живет. О, сундук. Могу? Могу. Ну, вот самое важное, туалетная бумага, конечно. В апокалипсис, как акаликсис, блин. В апокалипсис самое главное иметь что? Туалетную бумагу, все верно. Потому что моментов для обосраться будет очень много. А если жопу вытирать лопухом, ты как бы это... Думать будешь, ну блин, апокалипсис, и жопу лопухом вытираю. Ну, типа, настроение будет всегда плохое. А тут мягкой бумажкой попку, оп, потер, да, так?
оп-оп, и сразу настроение повышается, и уже апокалипсис, не апокалипсис, как бы. Все тип-топ. Идешь довольный, свистишь там песенки свои, насвистываешь. Жизнь уже не боль. И в конце ее, конечно, о, все равно смерть. Но уже приятно. Уже при... жопе... жопе приятно и отлично. Он когда берет вот эти эликсы, такой звук происходит, как будто он игру прошел. Хрена себе, это доктор тут живет, да? Ничего, он себе хором устроил. Фу, я хотел, вот, слушайте, вот сейчас вот. Я прям не эликс сделал, что-то другое. Это что? А, для ранса. Так, я еще вчера смотрел. Вот это мне в первую очередь надо вкачать. Мне нужно 25 интеллекта. Ну, я буду интеллект качать, я буду ранец качать. Ранец тут важная штука. Он нюхнул что-то? Это что такое? Загадка? Давайте изучим. Ой, не та кнопка. У меня нет подходящего предмета. А, вот такая Черт. Загадка. К чему это? Может, он тут где-то этот подходящий предмет рядышком находится? О, сундук. Я не видел этот сундук. А, сколько? 25 содержало? Или она, типа, ее надо продать, чтобы... Может, эту банку надо поставить? Что туда можно поставить? Это какой-то алтарь, да, по всей видимости? Типа, если ты его поставишь, то это окно откроется? Возможно. О, мед. Может, мед? Да блин, управление... Еще раз, управление здесь идеально. Это у меня ручки кривые, точно. У меня нет подхода. Нету, нету, да-да-да. Я все время забываю. Не буду наговаривать на еду. На еду. На игру больше. Она идеальна. Ой, не та. А какой кнопкой-то? А, вот этой. Я хочу на крышу залезть. Ну, есть возможность залезть на крышу. По-любому такую возможность опускать не надо. Я тут был? Ну да, по-любому. О! Я на крыше. Скажите, и что? И все, я на крыше, это главное. Так, он умеет бегать. Он умеет бегать, он умеет прыгать, смотрите, он умеет все. Так вот. О! Умею, да? Вот так вот, учитесь. Пока показываю. О, да, могу. И чё? И зачем могу? Ну ладно, мы тут все прошмандосили. Так что погнали убивать. О, это что такое? О, самогон. А что тебе что дает самогон? Может, он сейчас мне какой-нибудь стат увеличивает? Силу, допустим, да? Что вполне возможно. Самогон может увеличить силу, я в него верю. Вот это у меня два таких лука, да? А таких три, что ли? Не понял. Что значит два? Что значит три? Так. Ну да. А это... Ну так, наверное, да. Вот этот самый классный. 21 надо ловкости. Угу. Ну ладно. Это что? Боеприпасы для пулевика. Пулевик. Да, я могу получить косарь опыта, могу сделать. Я могу, если сейчас сделаю, еще уровень сделать. Если я это сделаю, то я смогу... А, у меня денег все равно нет. А продать я ничего не могу, потому что нет никого. Некому продавать-то. Единственный, кто, кого я знаю с деньгами, это кузнец. Я, правда, ни с кем не разговариваю, да? Почему-то. Ну, я думаю, на торговце должно быть написано «торговец», да? То есть, я так считаю. Так должно быть по жизни вообще всегда. Почему они на всех торговцев пишут «торговцы»? Вот он по-любому торговец. Вот Рольф. Вот смотрите, да? Вот у него что есть? У него есть... Что это? Микроскоп. Ты не против, что я взял твой микроскоп? Я думаю, он не против. Что? А, плазменная ячейка. Металлолом. То есть просто лом. Металла. Они забыли, короче, упомянуть. Просто лом. Водичка вон. Не лагает ведь, да? Я надеюсь на это, блин. А
то это бред, вот честно. Игра такого уровня и будет еще и подлагивать. Ну это из-за травы по-любому. Смотрите, да, она вся шевелится, вообще вся и постоянно. Ее просто к ресурсам моего супер второго компьютера не справляются с обработкой этого. А можно? А нельзя. Ну давай, Рольф, пообщаемся. Осторожнее тут ходи, всю дичь распугаешь. А, хорошо. Ты доставляешь провиант в бастион. Да? Ты? Верно. Имей в виду, я за тобой присматриваю. А дел у меня и без тебя по горло. Понятно? Прикольно. За нами присматривают как бы. Ой, надо было прописать ему. Не, я не буду таким-то жестким как бы. Тем более он мне в будущем может что-то продавать будет. Я не буду беспределить, короче. О, возьму. И украл баночку зелья. Это не беспредел, неправда. Зачем им зелья? Они просто стоят, да? Им никогда не нужно будет им пользоваться. Ой, что такое? Сортир? Нихера себе. А ты, дурак, залез на него. Ну, конечно. Что это? Взять манны. Улучшенная свинцовая труба. Да возьмем, все возьмем. Все в дом, все в семью. Деньги давайте. Пачку сигарет. Тарелку тоже возьми, не будешь? Ладно. Мы ни от чего не откажемся. Мы не гордые. О, чесночный хлеб давайте. Батончик. Это что такое? Что это? Пластиковая бутылка. Вау. Сытный картофельный сате. Среднее. Могучее целебное зелье. Вообще просто я упакован... целебными зельями я на данный момент упакован. Только они мне как бы не нужны, меня мобы с одного удара убивали. Может, ты торгуешь, а? То Бальдер, Бальдер, поторгуй со мной. Столько людей присоединяется к нам, это радует. Где? Сколько? Все говорят, что без тебя все бы рассыпалось. Да справились бы и без меня. Я еще ничего не сделал, прикиньте. А уже без меня не могут. Вот это да. Бастион. Джек или Джакс? Я все никак не могу запомнить, как его зовут. Джека Джакс. Он просто охерение. Ладно, я не буду больше лутаться, хватит. Я столько уже всего полутал. Вот тут что-то я сейчас буду бить, да? Вон, да, вон, вон. Я буду это бить из лука. Я научусь стрелять из лука. Хе, когда научусь использовать про... У-у-у. Чего убегаешь-то? Не убегай. Жопу. О, ты еще и прыгать умеешь? А что я не сказал-то? Еще одна тварь! Где? Она тут одна. Что значит еще? А, ты добил? А вот как их можно победить. Я победил. Он мертв, я жив. Я справился. Ой, надо сохраниться. Это было самое сложное в этой игре. А нет, тут можно просто юшечку нажать. Это как F5, только ю. Ух, нихера себе, я реально победил. Я в свои силы не верил, честно скажу. Я, оказывается, офигенен. Ну ладно. Так, карта вот эту, да, ой, окна вот этого сначала на дороге, да, убить. Можно как-то их помечать, чтобы, ну ладно, вот, да, а потом к тем трем идти. Ну, лук, конечно, я какой-то вообще задохлик дрищ просто. Я не знаю, как я спас эту планету прошлый раз, и спас ли я ее, я теперь даже в этом сомневаюсь. Возможно, нет. Так, как у нас тут употреблять банки? Вот так вот. Нет, вот так, да? Нет. А, да. Ой, неудобно. А интересно, если ты нажимаешь вот эту штуку, пауза происходит? И можно кушать из менюшки, потому что, ну, это вот эта менюшка, ее очень сложно управлять. Так. Ты где? Вон ты. Я не знаю, как... Может, банковой палкой попробовать его избить? Я же сохранился, да? Ха!
О, смотрите, да? А? Подожди, сори. А, да, тут же выносливость, это же этот. Dark Souls, точно. А чё там? Удерживайте для мощной атаки, да? О, так он меня не убивает с одного удара. А ты чё такой легкий-то? Вот сейчас, кстати, и проверим. А, нет, да, нельзя. Паузы нету, значит придется вот через вот так вот юзать, да? Ну это реальный Dark Souls, как бы. Он даже банки долго пьет. Но у него много банок. Так, вот так, да? И смерть. Такой самец. Я думаю, ого, самец. Здрасте. Кто тут жил? Ну, видимо, никто, раз тут этот ходил. Нет, я не справлюсь. Да ты гонишь. Ящик с гранатами. А, ручная граната. А, это там был ящик с гранатами. Три ручных граната я получил. Нихера себе, это что такое? Вино. А я, кстати, посмотрел, что самогон-то дает. Так и не посмотрел в итоге, да? Вещи. Вот. А, ну это, наверное... А, тут нету ни вина, ни самогона. Нету, да. А где вы? Где вино и самогон? Кто-то уже выпил? Он просто сразу, как получает, пьет. А, вот вино. А, просто здоровье. О, винишко, да? Бутылочку прибухнул. Пойдет. Все, жизнь налаживается. Вообще отлично. Чувствую себя отлично. О, 20 стрел. Че там, часы? Я местный щипач, короче. Домушник, не щипач. Все домы будут обдоманены. Что, это все-таки игру, да, будет происходить? Просто, возможно, в какой-то момент это не будет нужно делать, да? Но я сейчас не могу себя остановить, не брать ничего, да? Просто не могу. Мне все нужно. Я все хочу. Так, режим хомяка включен. Полные щеки всего набить. И представляете, тут три дома. Три, мать его, дома. Что, второй этаж, что ли, есть? Чердак? Реально. А как на него попасть? Я думаю, он просто закрытый, мы не попадем на него. Ну вот давайте сюда еще зайдем на второй этаж, да? Смотрим. А вдруг тут что-то классное есть, я пропущу какое-нибудь там малое лечебное зелье, да? Чили, прикиньте, чили. Как... Представляете, если бы я пропустил чили? Че тут? Чашка, блин. Вау! Какая все-таки херня это все, да? В каждом этом, да, по сортиру, конечно, все правильно. А чё, сундука нет? А? Эти без сундука. Незажиточные, видимо. Нечего в сундук убирать. Это ты как так спустился, интересно. Ну вот, вот сюда последний. Кнопочку, да, которая все подсвечивала. Может, есть такая, кстати? Нет, что-то пока не нашел стул. А-а-а! Вот, это фонарик, он включается и выключается. А где ты его прячешь, скажи мне, вот, пожалуйста. Не скажет. Это секрет. А то вдруг я тоже там фонарик спрячу. Буду ходить светить, все таки, ого, смотрите, он светит. Ой, все, я больше не буду шмонать дома, все. Еще дом. Ну, еще чуть-чуть, быстро, я быстро. Вот, че? Сырое мясо крысы, прикиньте, это так классно. Подобрать. Да все, не буду я, не буду. Все. Я слышу, я вас слышу. И не надо так орать. Так и оглохнуть можно. Короче, там три мопца. Мы их сейчас убьем и надо еще сгонять к сыну и сюда его привезти. Вот. И найти магазин, чтобы как бы денег выручить и прокачать свой этот джекпак, нет. Как эта штука называется? Мне прям интересно стало. О! А, реактивный ранец он называется. А что за ячейки? А, ячейки это вот этой штуки. Все, понял. Высоко тут у вас.
Он когда падает, он так руки растопыривает, да, типа, чтобы, если что, как бы за воздух зацепиться. Да бери ты уже. Че, получено протеиновый батончик, среднее зелье. Ну, понятно. Самые вкусняги, короче, понабрал. То, что нужно, ну, юному походеру. Джеку Джаксу. Воу! Так, вон он бегает, да? А второй где? Где-то рядом должен быть. А я из лука до него дострелю, как вы думаете? А вот мы сейчас и проверим. Да, не та кнопка. А, то есть вот так вот можно? А-а-а. Не знал. Вау. То есть если поднялся, можно вот так вот еще зависнуть. Понятно, все. Будем знать. Да не та кнопка. В жопе ему, смотрите, да? Да ладно ты там. Я не попадаю по нему, что ли? Да остановись. Куда ты побежал-то? Фига, он уворачивается. Он прям знает, что я туда стрельну, да? Да неужели попал? А у меня так круче лук, чем у тебя рот. Где ты там? Ты утонул? Нет. А, о, ты уже вот где. Так, вот так. Вот так. Неудобно тут это колесо. Ну, может быть. А, это нога. А, у меня это... Выносливость же, это же Dark Souls. Я все забываю. Не, не та кнопка. А ты чё? А чё ты? Почему? Вы видели? Бои тут, конечно. Особая атака. Удерживаете что? Не понял. Я не... Он так быстро эта надпись мелькает, я никогда ее не вижу. Ну что-то нужно удерживать, чтобы ее провести. Ну я, короче, так себе стрелок из луков. Я из него из 10 стрел только в одной, да, кажется, попал? Ну попал же. Не полный ноль, да? Как бы все равно результат есть. А даже отрицательный результат — это результат. Так, где-то вон там он, да? Где-то там. А мы вот сюда сходим, на этот островок, да, и глянем, что тут. По-любому что-то лежало. Что-то нас ждало. Да ведь? Да куда ты пригнулся-то? Вот, видите? Куст чили. Разве это не круто? Понятное дело, что это не круто, нихера. Можно было что-нибудь и положить сюда, да? Ага, можно вот так туда забраться и вон туда, да? Да, смотрите. И что будет? А там что-то по-любому есть, да? А давайте сходим. Что нет-то? Спуститься мы всегда можем. У нас же есть этот. Ранец. Ой, не та кнопка. Я все кнопки путаю. А почему? Самое важное — это банки на такую кнопку, да, сделали интересную. Как-то... Ну, вниз, наверное, было бы... Да не, нихера неудобнее. Ладно. Джекпак, вот так. Джекпак, какой джекпак, блин? Джек — это он, или Джакс? Джек Джакс, да, он. А это ранец. Ну не, вот это классная штука. Они, короче, не стали, да, создавать нормальную физику, да, чтобы ты, типа, не мог, да, там, на горы залезть и все такое, а просто сделали пак, чтобы ты мог везде ходить. Ну, скорее, для этого нужны были лошади, да? То есть ты на лошади мог в любую гору залезть, даже в отвесную. Ну, там, бедожные сноровки. А тут они решили, нахер, говорит, найти вам эти ранцы реактивные, и все. Я уверен, будь тут лошади, тоже можно было бы так делать. О, молодец. Вообще. Вау. Ну, что у вас тут? Вот мы туда, да?
Сейчас там что-нибудь найдем по-любому. Ей! Ну для чего мне банки, да? Ну? А че так быстро кончается это все? Рабкаться, да, это было написано? О! И чё тут? Не знаю. А сохранить, видимо. Что-то страшное. Ну, я думаю, они бы меня уже бы убили, да, если бы хотели бы убить. Пока я там карабкался, так что все нормас. Здорово, парни. Чё тут делаете? Проповедь. Пипо. Тебя зовут Проповедь? Хера себе, я б не хотел с тобой. О, смотрите. О, это сцена. Тут рок-концерты дают, а это Пипа, это, короче, гитарист, наверное. А Проповедь — это певец, ну, пипать. И он любит, а Пипа, я подозреваю, любит пипать, короче. По-любому. Будь я Пипа, я постоянно бы пипал. Ну, так как я не Пипа. А и чё, а это бар. А это зелье, да. А это самогон. А это ведро. А это что такое? Это печка какая-то. Ладно. Я не буду с ними говорить. Я просто, можно говорить целый час, я думаю, с ними. Ладно, надо говорить. Главное не говорить о музыке. Во. Пипа. Давай попипаем. Сейчас у меня нет времени. Такое вообще, короче. Ну-ка, Проповедь. Мне сейчас не до того. Вот это ты мразь, конечно. Вот это уважение сейчас к вам пропало. Так, как вы думаете, если я прыгну, то я дебил? Да нет, конечно. Это говорит о том, что... Это физика. Потрясающая просто. Вы считаете, что в этой есть игре, это ее физика. О, нашел. Я тебя нашел. Я не буду пытаться его из лука... Меня не надо бить, я сам себя побью. Иди сюда. Так, вот эта кнопка. Так, восстанавливаем выносливость. Ага, я видел твой. О, а это я тоже видел, но ничего сделать не смог. Вот, ты крут, видимо. Так, РТ, да? И чё, ты куда? Я тут. Я пока попью баночку тогда. Ну, короче, как-то так. Ну, ближний бой тут, конечно, интересно реализован, да? Почему он, когда я бью, пытается как-то подвигаться, интересно? Любит как бы это, быть подвижным, да? Вот это вот, типа как Майк Тайсон, да? Он в то время прыгал. Это тоже, типа, мини-Майк Тайсон, только с трубой. Ну, как бы, если бы у Майк Тайсона была труба, он бы, наверное, тоже прыгал, да? Чё ему, как бы, не прыгать, если он привык прыгать? Этот тоже решил. Буду тоже прыгать. Красиво спустился зато, да? Да, давай не пикай. Там есть пипа. Вот он может пикать, пипать и все остальное. А ты не пикай. Падает, как будто, да, с 9 этажа говно упало. Так это... Почему именно с 9, не знаю. Ну вот мне кажется, что это говно с 9 этажа так должно падать, с таким звуком. Да давай там. И уходим. Я знаю тебя. Давай. Опа. На тебе. Ого, видали? Вот это победа. Я сейчас два раза увернулся и два раза сильную атаку прописал ему. Вот, все, это скилл. Походу, я как бы стал хорош. Так, это мы вернулись, да, на базу, как я понимаю.
Ну да, видимо, да. Это вот птички. Это курицы, как бы. А это, да, тот чувак, все, да. Мы здесь, мы дома. И что, вам, типа, надо сдать квест? Или как это происходит? Давайте узнаем. Прочитаем в журнале. Основное. Нам это шестая... Нет. Крепкие союзы, да? Общий путь. Нет. Тяжелые переговоры тоже нет. Нечего терять. А. У тебя ничего не было. Ты... Как можно лишиться чего-то, если у тебя ничего нет? Твои макароны... А, это квест с макаронами надо будет сделать. Ну, по... Эти твари насколько сильны, да, что макароны будут со мной делать, не страшно представить. Подготовка бастиона. Что? Мне нужно кое-что подготовить. Ну-ка, отметь на карте это кое-что. Стражница Мэй, это... А, мне разрешение нужно получить. Все. Все. И чё? Во, туда бежим. Кое-какие дела делать. Это где? Понять бы, это на втором этаже? Или на первом? Чё? А, это стекло. Как будто бы на втором, да, этаже? Уа! Не, ну вот это, кстати, классно они сделали. Вот тут я как бы прям поддерживаю их. Обоими ручками им хлопаю вот так вот. А, молодцы! Джекпак! Блин, почему джекпак вообще? Да потому что он Джек Джакс. Поэтому джекпак. Как это? Ранец? Ранец — это вообще тема. Блин, она прям открывает, она делает эту игру многоэтажную. И в любое место ты можешь по факту забраться. Вот это хорошо. Чувак! А, тут типа лампочка горит. Стул, сесть. Я это? Я их победил, я смог. А? Во! Теперь в окрестностях бастиона безопасно. Дай какой-нибудь бонус. Хорошо. Значит, пора заняться стенами. Смотри, они на глазах осыпаются. Что, теперь строителем? Я слышал, где-то рядом с бастионом живет старик-строитель. А-а-а. Не знаю, правда, занимался ли он когда-нибудь починкой стен. Но, возможно, его удастся уговорить. Я, говорит, театры и музеи строил. Если не ошибаюсь, стены строить не умею. Строителя зовут Гардок. Попробую что-то сделать. Хорошо. А я пока продолжу изучать твою инфекцию. Да мне кажется, ты нихера это не делаешь. Нам пора наладить во всем этом какой-то порядок. Я херней страдаешь. Ел слишком много, и разорваться мы с тобой. Чесночные бутики там лопают по-любому вообще. Видели, да, сколько чем там еды у нас везде? Людей, ее же надо приготовить тот, всю. Ой, все, руководить. Заткнись уже. Командир, который... Ой, един... Насчет... Нет, это... Не, я не хочу. Я буду стены строить. Я дам тебе знать, когда узнаю что-то новое. Да и нихера ты не узнаешь, я в этом уверен. Или ты уже все знаешь, просто меня, короче, за нос водишь. И потом мне просто расскажешь. А так херней страдаешь, ходишь просто и все. Ты бы мне лучше сказал, где торговец есть. А, я же знаю, где есть. А, кстати, там я то... Да, когда я смотрел запись... А чё? А, она сохранилась, да. Я увидел, что я пропустил там телепорт. Сейчас бы туда телепортировался, продал бы говно, да, всякое, блин. Но нет. Ну ладно. Так, и чё? Он красненьким горит. А требуется строитель. И это... А? Ага. Не. Пойду искать строителя. Где строитель-то? Карта вот так вот. О, он такой, он рядышком. Гардок? Так я с ним болтал. Не? Же я с ним болтал. Так, заброшенная ферма. Это у меня там сынуля. Вот тут-то был. Вот тут-то вот он. Я бы сейчас туда, опа, да, кузнецом. Опа бы у него, обучился бы всему классному. Ой, всему классному, обучился бы. Ну да, ну да. Короче, продал бы ему все дерьмище бы. И с этими деньгами бы, с этими деньжищами, я бы как начал бы распоряжаться. Как бы накупил себе всего самого классного. Точнее, прокачал бы просто джекпак. Да блин, не джекпак. Джек — это он, или Джаксон. Я все еще не определил.
Здрасте. Слышь, чудило, ты чё в моих вещах забыл? Ты тут живешь? Чудило. Что? Живу ли я тут? Да. Нет, блин, я все свое барахло просто так тут свалил. А чё бы и чтобы нет? Любой встречный дебил мог взять, что ему нравится. Конечно, я тут живу, и тебе тут ничего не светит. Так что свалил отсюда живо. Ма, все, уважение, вы же все они... Все, стены нам не подстроить настолько, что нахер послали, отшили. Ты слышь? Я тебе сейчас в череп дам. Череп дам. Усраться. Тебе еще что-то надо? Да дай ему пощечину пропиши. Старик сказал, что ты строитель. Старик сказал. Что за старик еще? Адам, что ли? Да, Адам. Сэндлер. Эх, да при изгоях я был лучшим строителем в форте. А, и? Большая часть заборов до жестяных будок — моя работа. А я про музей и театры. Ну, это все в прошлом. О, помощником будешь? У меня дел не в проворот. И мне бы пригодился помощник. Давай помогай уже. А, да? А мне-то что до этого? Я тебе буду чесночными хлебами платить. Я возьму все, что вы сможете мне выделить. Хм. Ну что ж, если ты настаиваешь... Я как бы настаиваю, да. О! Покажи мне, что у тебя есть. Запомни, я просто так ничего не раздаю. Да я... Даже ничего запоминать не буду. Продать РБ, вот это, да. Так, вот это я продавать не буду. Вот это... Помощнее, да? А почему? Это улучшенная свинцовая. Ну, эту трубу мы продадим, да? Так, продать. Да, да. Пользуюсь им. Простой лук, лук. Поврежденный охотничий лук. Понятно. Это руки. Ручная граната. Это можно в руку взять, да? 300 урона, хера себе. Так, ну банки я тоже продавать. Это еда. А что можно продать? Я там всякие машинки покупал. Есть какая-нибудь это? Какая-нибудь кнопка, которая всякий хлам продает. Вот, прочее. Что это? 5 стоит. Вот это вот. Вот это вот зачем мне? Такие тарелки раскупают. А чё? Охотни любые другие. А золотая тарелка. Вот так вот. Ну давайте. Это что такое? Сигареты? О! Машинки. Машинку сына продам. И пояс сына продам, да. Светильник тоже. Да тут все можно. ТБшку не продам. Нет, ТБшка нужна. Мы ТБшку уже обсуждали. А тут можно... А, тут, короче, мне кажется, все вообще можно продать. Деньги. Я продаю деньги. Ну вот, видите, денежный ящик принес нам денег. Это символ клана. Да, иди ты отсюда. Бутылка пластиковая, чашка. Да я из ладошек попью. Вот это что такое? Кость, нихера себе. Как нет ценности? А почему ее покупают, раз ценности нет? Это что? Цветная картинка. Хрена себе за 15 продам. Ну это вот сынуля мой нарисовал. Денег мне нарисовал, короче. Че, хитиновая броня? А, это что такое? Кислотная железа. Все, с чего мне денег? Хрена себе. Подтверди, да. Так, ну давай. А что ты тогда тут делаешь? Пацан, ну надо же нам, старикам, где-то торчать, пока мы кони не двинем. Ты не то, чтобы старик? Я это планировал на ближайшее время. Ну, но видимо, я надеялся, он старик, а я пацан. Что буду здесь тихо, мирно жить, и меня как не будут доставать сказал, всякие нет? ушлепки. Видно, ошибался я. А, ушлепок, точно, да-да-да. Я... Ты был одним из изгоев? Ушлепок, ну. Был, когда-то. Но теперь и знать их не желаю. А-а. Когда берсерки пришли, там тоже все ушлепки. Для меня сытая жизнь закончилась. Надо было делать ноги. Здесь меня никто не дергает, так что вот и живу теперь в руинах. Кроме одного ушлепка, да, мы поняли это все.
А, вот это вот, давай. Сколько будет стоить, чтобы ты снова взялся за работу и привел бастион в приличный вид? Сейчас как скажет косарь, да? И я вообще херею все мои деньги какие-то. Вы хотите, чтобы я привел в порядок вашу развалину? Да, хочу. И чё? Народ, у вас не все дома, серьезно. Так мы шушлепки, ты чё? У вас цемент на соплях держится. А уж про несущие конструкции я вообще молчу. Я бы на вашем месте вообще держался подальше от этой хреновины. В любой момент рухнуть. Да, 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 да. Но? Мы можем обеспечить тебе защиту. Да, и пожрать дадим. Дружок, я в гробу это все видал. Утихни. А. Меня, считай, заинтересовать может одно. Достойная задачка. А. Ну так, в бастионе задачек выше крыши? Но недостойный. Только не с этой херовиной наверху. Даже соваться в бастион слишком опасно. А работать так чисто и самоубийство. Не понял. А чё? Переезд не вариант. Тебе от меня что-то надо или как? Сюда направляется парочка сомнительных типов. У них тоже на тебя планы. Вот дрянь. Ладно, дай мне об этом подумать спокойно. Не стой над душой. Слушай, я понимаю, ты парень упертый. Знакомая история, прямо скажем. Если я возьмусь за эту стройку, и учти, я говорю «если». Надо было пригрозить ему, почему я... Мне понадобится инструмент получше. Этим хламом много не наработаешь. А, ну да, сейчас я буду мальчиком на побегушках. Хотя, про что эта игра? Проказ про это, да? Ты хочешь, чтобы я раздобыл тебе инструмент? А ты сообразительный, Джек Джакс. Кое-где можно и так обойтись, но мне точно будет нужен приличный молот. Эта старая рухлядь уже ни на что не годится. Ну, молот будет тебе. Где? И где мне искать этот твой молот? Тут есть варианты. Ну? Самый близкий, наверное, это мастерские оборудования у Макаронов, да. В пещере. Также можно заглянуть на тяжелое производство на северо-западе. Еще где-то может попасться. Ага. Считай везде, где в старом мире шла большая стройка. Ага. Ну, понятно. Так, покажи мне, что ты умеешь. Ну-ка, чему ты меня можешь покажи научить? Покажи мне, что ты умеешь. Думаю, ты и понять ты не сможешь. Сука такая, блин. А, так это этот такой же, да? Он ремеслом учит, так. Ух, ловкость, интеллект. Ну, интеллект мне вообще везде нужен, заметили? А, ну тут не нужен, кстати. Карманник, ууу, хочу. Вот это что, кстати, дает возможность использовать отмычки с каждым уровнем, бонус увеличивается. Простые замки, вот это я хочу. Это мне начинает ловкость и интеллект качать. Ну, понятно уже, какие начинаю статы качать, уже все. Уже как бы открывается картина. А это что? Ловкость 75. Одна любимая отмычка. А как мне позволят выбрать? Типа из кучи отмычек я найду себе одну ту любимую. Карманник, это я смогу тырить, да? Это тоже хочу. Хитрость. У этого учителя. А. Это что? Химия. Зелье варить. Хакер. Электронный в замке. Интеллект. Интеллект мне нужен, реально. Интеллект нужен везде, прям почти. Да, интеллект я буду качать. Это же горное дело, это добывать. Ну, добывать. Трофеи охотников тоже, смотрите, да. Интеллект нужен. И ловкость. Ловкость позволяет нам и стрелять. Стрелять мы не умеем, но мы же научимся стрелять. Хитрость, ловкость. Боеприпасы. Угу. Угу. Ну, понятно все. Сила 40. Ну и сила 40, да, надо где-то надыбать. Хочу как бы оружие крафтить. А зачем мне? Я не знаю, нужно. Хочу и все тут. Вот тут интеллект 25. Короче, мы делаем 25. Но интеллекта. Ты не торопись с этим. Я иди никуда не спешу. В это, в пипку, короче. Иди пипой к спипой. О, первый раз сейчас попробуем телепортироваться. О, быстро. Так, у нас на втором этаже, да, был? Вот тут, нет, это башня. А как, где дом? Это ты второй этаж? А, да-да, тут вот такие хоромы были неплохие, да-да-да. И вот тут, да? Нет. Тут? Нет. Тут? Нет, вот тут где-то, да? Сундук, который я не могу вскрыть, да? А, он пусто, я его вскрыл уже. Подождите, а где? Тут? Это для инкрустрации. А был же в этом доме, я ж помню. Значит, дальше, наверное, да, где-то?
А, во, да, смотрите. Для ранца. Реактивного ранца. Ну, просто ранец. Вот, я теперь смогу вот эту штуку прокачать, да? Когда интеллекта качну. А я не могу сейчас сделать... Блин, короче, сохранимся и... 10, а мне до следующего уровня. Мне, короче, надо банку схавать, вот эту вот. Где банка? Вот эту вот, да? Ей! Ага. И значит, у меня 20, да, АПшек, смотрите. Тут мы качаем интеллект, 25 делаем. Вот так вот, да. Урон от магии. Ну, значит, нам нужно еще и магия будет биться. Применить. Интересно, можно будет статы скидывать? Я надеюсь на это. Так. И теперь мы можем, да, качать вот это все. Вот это, да, смотрите. И что он даст-то нам? Ага, свой запас топлива я смогу повысить. Отлично. Все. Повысил, да? А это что? О, дополнительный баг. А, это всегда при мне. Интеллект 25 сразу. А тут все время интеллект 25. А тут просто как бы тратишь ячейки. Все, понял. То есть можно на 50 будет повысить. Угу, понятно, это что? Что нужно? Ой, я могу это сделать. Очки обучения. Что это дает? Позволяет оснастить реактивный ранец одной ракеты, помогающей выполнять экстренное торможение в полете. Ну, это у меня штука есть, да-да-да. Реактивный ранец. Тут не написано, что вам нужно. Это что? Позволяет применить оружие, зависнув в воздухе. Ну, круто, наверное. Я... Стоя на земле, не могу им пользоваться. А тут еще и зависнуть в воздухе. Вау. Бустеры позволяют вам летать быстрее. Вот это круто. Вот это мне нравится. А вот это? Че? Маневренный ускоритель позволяет сдвинуться в стороны в полете. Вправо-влево? Да как-то пофиг на вот это. Вот это мне интересно. Быстрее летать, да? Да, давайте вот это выучим. И все, у меня больше денег нет. А, ну я рано, наверное. У меня там топлива-то нет, скорее всего, да? Жалко не в мишень, да? Вот было бы и намного эпично, если бы попал бы в мишень. Но... Да, я, короче, бустер это взял. Взял. Зря, ну взял. Так. Хочу выставить трубу. Этим я пользоваться не могу. Этим я пользоваться могу. Этим я пользоваться тоже не могу. И этим не могу. А, кстати, если я ловкость качаю, то я смогу лук пожестче вот это, да, использовать. Мне нужно 21 ловкости. А тут 13. А давайте вкачаем. Два ловкости всего нужно. Чтобы хоть вот это, да? Ага, применить. Ну, прям разошелся по качу сегодня, да? Да кого ты там? Вот это, да? Теперь я могу использовать. Да. Да. Значит, ячейку. Да, блин. Ага. Так, это надо было продать. Ну, короче, вот так вот, да. У меня есть 3 АПшки еще и 30 золотых. Да, много. А, я хотел трубу же еще выставить, чтобы это... В лицо бить хоть чем-то было. Так. Да, наверх, да. И что мы будем делать дальше? Поспать, может? Мы никогда тут еще не спали. Да и не хотим мы спать на самом деле. Я все нажал нахрен. Вообще все абсолютно. Кроме его карты. Это что? А этот говнок. Боеприпасы. Так, я могу еще... Ну, это мне тоже все не нужно. Для чего, как бы? Мне нужен учитель. Для... Мне нужны деньги, чтобы пользоваться учителем. Это все для крафта, наверное, да? Наверное, да. Продавать не буду. ТБшка. Ну, всегда есть ТБшка. Это хорошо. Я еще раз говорю. ТБшка — это самое полезное в постапокалипсис. Это вообще как бы... Если вы чувствуете, что сейчас будет постапокалипсис, да, вот уже вот пахнет им, сразу же ищите ТБшку.
И все, и он хотя пройдет легко. ТБшку и вазелин еще ищите, да? Куда мне идти-то? На, выбрать квест на какой-то, да? Во, журнал. Так, пойдемте. Инструмент для строителя. Ну, давайте отметим на карте его. Кого ты чего? Вот так вот. И где? Это ему нужно? Эй! Ого! О, ну вот сюда, да, наверное, пойдем? Это тут, наверное, эти, да? Как их зовут-то? Макароны тусуются. Нам же нужно еще пару макарон убить. Чтобы квест сделать. Ну, не пару, там каких-то макарон. И какие-то гончих этих макарон. Тут по-любому, кстати, тоже телепорт был. А я не... Ну, я не знал, что они вообще есть в игре. Кто бы подумал, как так? Они по-любому должны быть. Что это? Нихера не по-любому. О, тут можно метки делать. Нихера себе. То есть тут исследование. Ну ладно. Исследовать мы любим, в общем-то. Как? Так, это что? А, для патронов. Как вы думаете, если я спрыгну и буду падать вниз, я выживу? Там туда, кстати. Через горы? Или горы... Ну, давайте. Да чё не выжить-то? Выживу, конечно. По-любому выживу. Ей! Дали, да? Я же говорю. Фу. А. О! Нихера себе, оса. Нихера себе. А ты чё такая жесткая-то? Ой, какой-то звук был какого-то. Нихера, оса, ты чё, остановись. Да ты не оса, ты вообще чё-то жестче, чем оса. О, валим. Надо было еще других банок побольше установить. Ну кто ж знал-то, что тут такие враги есть. Ну да, меня. Ну они меня просто другие-то раньше убивали. Че, да кого ты? Управление тут от бога вообще. Можно я выпью? Спасибо. Да кого? Потрясающее, да, управление, заметьте. Эти бои. Конец. Ну да, что еще можно ожидать было от этих потрясающих боев? Какое-то извращение просто. Может, и звука, кстати, было бы проще убить. Это что-то просто. Я надеюсь, все, да, выучил? Здесь джекпак у меня. Какой джекпак, блин? Ранец. А, кстати, ой. А я правильно понимаю, там кто-то еще? О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Реально, так можно? Ой, нихера себе. А тут есть доводка еще, нифига себе. Кто там? А, огр какой-то. Да ты где там?
А тут, короче, когда... Нет, я думаю, он это... Автоматические прицеливания. А ты чё не можешь-то быстро стрельнуть? Да кого ты творишь-то? Оу! Да ты вот, вообще он... Управление просто божественное. Кто такое придумал? Да, да, да что ты творишь? Да ты вообще... Я не могу. Это не победить. Я эту игру не смогу пройти. Да вы... Вообще какой-то... Кто это управление придумал? Короче, надо это... С Сенсой что-то сделать. Она... Главное, вот в движении он быстро переворачивается, а камера двигается вообще очень медленно. То есть, смотрите, я кое-как довожу, да, вот просто. Да какой-то бред. Да где ты там? Куда ты улетел? А, все тебе надоело, да? Я могу понять. Я как бы тоже. Зачем он отпускает, я не понимаю. Ну вот, я держу кнопку, да, например, чтобы он это... А он целился, а он не целится, он просто на него так смотрит и лук в руках держит. Вот. Да, это было... Чё это было? Это было тупо? Это ужасно? Ты зачем банку выпил? Возьми кирку это, трубу. Дебил. Вообще. Я только что познал все прелести этой игры. Это управление, оно сделано для того, чтобы приносить удовольствие. И подозреваю, что разработчикам, когда они смотрят, да, заходят на какой-нибудь стрим и смотрят, как люди играют. Надо валить, а то я все сдохну. Я тут столько снимал. Я не могу. Как определить по анимации, что он сейчас будет... Да отстань, все, у меня это, банок нет, мне нужно полечиться. Если ты отстанешь, я полечусь. Не отстанешь? Не отстанет, говорит. И говорит, ты же уже улетал разок. Улети еще. О, а что здесь? А, здоровье 100%. Да. Ты где? Ты это все, да? Я тебя хочу добить, как бы. Обидно, да, оставлять ее. Вон она. Я тебя убью, мразь. Я не могу тебя оставить. Горд. Понятно. Пошла в жопу ты, игра, а? Издеваешься, короче, над людьми. Я понял это. Я, говорит, не чтобы приносить удовольствие. Я делаю все, чтобы ты страдал. Куда мне? Туда? А, подождите. А куда мне реально? А, у меня не выставлено. Журнал. Да, ага, ага, вот так вот. Вон туда. То есть я сейчас еще с макаронами буду драться, да? Я представляю, что со мной сейчас макароны сделают, если со мной такая птичка, я не знаю, насекомое. Комар меня таки сбил. Что у нас там? О, заканчивать надо этот бред.
Я, конечно, попробую еще продолжить. Но я продолжу, да. И после этого боя это прям игра на 10 из 10 просто. Бой потрясающий был. Вы, конечно, кричите, наверное, да? Ты просто, у тебя руки кривые, ты не умеешь играть вообще в эти игры, она потрясающая. Окей, я дам ей еще шанс обязательно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующей серии. Ух, игра просто, а.